Новый год начался с большой победы. Младшая группа «Стрекоза» образцового хореографического коллектива театра танца «Нон-стоп» отправилась покорять Санкт-Петербург. На всероссийский открытый конкурс «Русское Рождество в Петербурге» и завоевала гран-при. Первая дальняя поездка оказалась удачной. На суд жюри девочки представили два номера. Ходит конь по бережку, это стилизация русская, она всегда актуальна, сегодня она особенно актуальна. И нам очень хотелось, чтобы дети это танцевали с душой, чтобы они чувствовали вот русскость и в костюме, и в музыке, и в лексике. Несмотря на то, что мы танцуем все-таки больше современную хореографию, вот это такая своеобразная стилизация. Она очень воспитывает, она развивает. Второй танец назывался «Все наоборот». Это танец, когда мы сначала бабушки, потом мы тети, а потом малыши. У нас были костюмы, и «Все наоборот» – это танец, когда мы за кулисами переодеваемся, надо там делать все быстро. В Петербурге коллектив театра танца провел 3 дня. Перед выступлением девочки много репетировали, но и на экскурсионную программу осталось время. Мне больше всего понравилось, как мы смотрели на Питер, ездили на экскурсию, там ночью там красиво, там огоньки, подсветки разные. Каждый ребенок получил медаль, а ведь большинству из этих девочек еще не исполнилось 9, но при этом танцами они занимаются на протяжении 4-5 лет. В программу обучения входит основы классического джазового танца, современная хореография. Мы станцевали хорошо, но можем еще лучше. И Елена Александровна сказала, что нужно не получить хорошую оценку, а дать что хорошее настроение, как мы танцуем зрителям. Для «Стрекоз» эта победа уже вторая за учебный год. Педагоги даже шутят, что пора бы разочек и уступить пьедестал кому-то другому, ведь для развития ребенка важен любой результат. Если очень много побед, то, наверное, притупляется вот ощущение того, что надо очень много упорно работать. И каждая победа, она обязывает. Поэтому мы иногда даже считаем, что вот в педагогических целях ребенку нужно иногда и получить какой-то такой урок, что ли, что вот не поработал как следует, значит, и получил результат. Никакая победа для этого театра танца не может стать итогом, уверены в коллективе. Название «Нон-стоп», что в переводе означает «не останавливаться», к этому обязывает. Любовь Почерникова, Андрей Семолков, РТВ Иваново.